просто божественный хруст, послушайте. Упаковочка вот таких вот чипсов Нори стоит 80 рублей. И там буквально-таки 5, 7 или 10 штучек. Записывайте рецепт. Такого рецепта вы нигде не найдете, потому что сейчас мы будем с вами делать дешевые и потрясающие хрустящие чипсы из морских водорослей. Посмотрите граммаж. Как вы думаете, сколько чипсов получится из этой упаковки? Самое приятное то, что вы сможете сделать его с любым вкусом. И этот лист можно поделить на 6 частей. Для начала давайте разрежем их так, как мы считаем нужным. А потом дело за малым. Разогреваем духовочку, наливаем маслице на пергаментную бумагу и выкладываем наши чипсы. Далее обильно смазываем теми специями, которые вы хотели бы попробовать. У меня это соус терияки. Я хотела попробовать бы сделать не только в духовке, но еще в микроволновке, где будет быстрее и вкуснее. А вы можете использовать любые специи. Сразу скажу, что ничем не отличается из духовки и из микроволновки. Они хрустящие, они вкусные, а соус терияки дает им необыкновенную сладость.